Сейчас упаковываем велосипеды. Квота продалась. И еще вон там куб стоит. Если видите, тоже вот коробочки для них. Колеса отдельно поедут. На почте отправляем колесики вам. Смотрите, вот документы сюда вложили. Аккуратненько проставочки. Ничего не люфтит, не шатается. На велике сейчас поеду. Меня попросил продавец магазина велосипедов сделать положительный отзыв, потому что велосипед мне пришел, вот у них на их сайте, на их, как сказать, был вот такой ролик куб, он мне понравился, я решил его заказать. Вот что могу сказать. 31 числа я перечислил деньги. И вот сегодня, 12 число, он пришел у меня уже два дня назад. В общем, я его получил. Вот. Что могу сказать? Увидел я это объявление в телефоне случайно и долго искал гравийник. В общем, в России было это проблематично взять его. Вот. Понравилось, я позвонил на WhatsApp велосипедов, и мы с Константином, с продавцом, все оговорили. Он показал мне, что какие-то царапины есть, какие-то вот, сделали мне скидочку. Единственное, что я переживал, это по ростовке, потому что спорный вопрос, 4 ростовки было здесь. Вот. Ну, ростовка вроде мне подошла, вроде нормально. Вот, Элька. Вот, и еще что хотел сказать. Я переживал за то, что деньги большие, 100 тысяч рублей. Мне сделали, конечно, скидку, их не было, их отправка была. Вот. Переживалось, что мало ли что, но все хорошо было. Вот. Поэтому и отзыв положительный, то, что можете заказывать с этого сайта, с этого магазина велосипед Дов, две последние Ф большими буквами, крупными. Найдете. Так, что могу сказать? Все пришло в двух коробках.